2024 год объявлен президентом страны годом семьи. В Карачаево-Черкесии живут представители более 80 национальностей. Семья Чахировых – греки, проживают в Спарте. Родиной Ирины Чахировой до замужества был Крит. Но она уже успела оценить преимущества жизни в России. Подробности у Али Баташева. Дети – это продолжение рода человеческого, продолжение семьи, продолжение фамилии. То есть это те, ради кого мы живем. Сыновья Георгий и Савелий любят играть вместе. А когда рядом появляется папа, игра оживает и жить становится веселее. Со стен смотрят семейные портреты по отцовской и материнской линии. Родина мамы – Кипр. А в Карачаево-Черкесии в селе Спарта жила ее бабушка и будущий муж Федор. Они жили на Кипре, приезжали на лето сюда к бабушкам, дедушкам. Ну вот, вот так и познакомились. Хорошая девочка, воспитанная, из вас хорошей семьи, хозяйственная, все как бы, все, что должно быть в девушке, все есть. Ирина понравилась Федору сразу. Несколько лет он ждал каждый ее приезд. Сделал предложение и получил согласие. Уже через год после свадьбы родился Георгий. Ирина переехала к мужу в Спарту и оценила преимущества жизни в России. Материнский капитал на Кипре нет такого, у них пособия нету. А может и есть пособие, но там, наверное, не платят, как здесь платят. Там декретного отпуска нету, там, то есть ты вот родила 3 месяца вот с ребенком, и все, и потом выходишь на работу. А здесь 3 года можешь сидеть. По специальности Ирина учитель иностранного языка, а Федор занимается строительством. Глава семьи уверен, что при желании материального благополучия можно достичь, а вот любовь не купишь. Ирина полностью разделяет его взгляды. Просто, чтобы жить счастливо, нужно жить просто, нужно понимать друг друга, нужно слышать друг друга, кто что хочет, нужно много разговаривать, а самое главное, надо любить. Вот когда ты любишь человека, когда вы любите друг друга, мне кажется, не знаю, все можно решить и жить счастливо. Заботиться о родных и дарить им любовь – это радость, которая помогает преодолевать все сложности семейной жизни. Супруги очень хотят еще одного ребенка и надеются, что их мечта осуществится. Али Баташев, Ольга Савенко, Олег Молхожев. Вести Карачаево-Черкесия.